Ну что, начался новый день. Начинаем мы делать мини-ремонт в нашей комнате. Всем доброго. Еще немножко красоты. Кстати, маску надо надеть. Начали мы с грунтовки двери, потом мы ее покрасим. Иришка вон, она покрасила из баллончика батарею, захотелось ей, чтобы она была черная. Красили мы краской из баллончика, она очень быстро сохнущая, она уже высохла. Ну, правда, запах избежать не удалось. Ну да ладно. Вот захотелось Иришке, чтобы было так. А что, красиво выглядит? Ну, поверим, поверим. Но у нас не влез наш карниз, потому что вот эти вот крепления, которые тут есть, слишком широкие, шляпки. Из подручных материалов пытаемся повесить занавесочек. Ну, пока временно это будет так. Дальше будет видно. Теперь нам нужно тут немножечко прибраться. И вот на это надо обязательно положить ковролин. Собираемся в аксон. В воздухе очень много летучих вещей из-за краски. Потому что мы красили баллончиком и покрасили эту страшную дверь в черный цвет. Теперь она выглядит, как будто она железная. Но камера не хочет фокусироваться. Камера сказала сфокусироваться. Вау! А Иришка собирает обувную полку. А еще мы купили ковролин, чтобы закрыть страшный линолеум. В общем, мы много сделали. Ну, полочка самая простая. Я знаю, что они... Ее нужно на клей посадить, иначе она не будет держаться. У нас нет сейчас клея. Ну, сейчас нет, а вообще надо посадить на клей. Так, ну вот что у нас пока получилось. Дверь еще в процессе высыхания. Кухонная зона пока так. Окошечко пока так. Диванчик, ну и пока так. Пока мы не повесили карниз, но это будет в перспективе. Обувь, ну и вот такой самый простенький ковролин. Но выглядит уже по-жилому. Мы очень старались, правда. Но это еще не все. Ну что, испытываем плитку, жарим картошечку. Посмотрим, что получится. Кайфую. Лежу, жду картошечку. Только мы соль забыли. Картошечка будет не соленая. Ну и ладно, у нас есть газированная водичка. Ну вот моя супер картошечка фри. Очень классная, даже без соли. Приятного нам аппетита! Вот прелести природы средней полосы России, а? Еще вчера, позавчера, шел дождик, был сильный-сильный ветер, все текло и таяло. А сегодня в ночь нас посетил сильнейший снегопад. Опять все замело. С соседской крыши нападал снег. А к выходным обещают минус 24.
Вот так вот. С зимой вас всех, с последним месяцем зимы. И зимним солнышком.